Les ODD fournissent le cadre. Цели устойчивого развития, или сокращенно ЦУР, это основа для обсуждения и многостороннего сотрудничества. Ведь эти цели были согласованы в рамках ООН. И тут возникает очень интересный парадокс. Эти многосторонние основы, в том виде, в каком они существуют сегодня, это не единственная площадка и даже не самая лучшая площадка для реализации этих целей. ЦУР страдают от того, что политологи называют Вестфальским парадоксом. И при этом делается ссылка на Вестфальский мирный договор, который в 17 веке положил конец очень затяжному конфликту в Европе, 30-летней войне, и построил мировой порядок на уважении к суверенитету государств. Эти цели не имеют обязательного характера и зависят от доброй воли тех или иных правительств, которые время от времени меняются. Совершенно очевидно, если читать газеты, слушать радио, смотреть телевизор, что в связи с недавней эволюцией в международных масштабах вряд ли сегодня удалось бы согласовать цели устойчивого развития, если бы такая задача ставилась сегодня. И не удалось бы достичь таких компромиссов, которые фигурируют в этой программе. Но именно этим важны данные цели. Надо придерживаться этих рамок для того, чтобы эти цели не утратили своей значимости в деле преобразования. И даже если мы говорим, что не только государство, не только правительство должны заниматься решением всех этих целей и задач. Дело в том, что здесь задействованы огромные финансовые средства, а у государств сегодня таких денег просто нет, потому что государствам нужно сокращать дефицит бюджета, сокращать государственные расходы, надо искать другие источники финансирования, в частности, частный сектор, гражданское общество, социальную экономику. Тем не менее, роль государства остается очень значительной и очень важно, чтобы эта роль не сводилась к какому-то конкурсу красоты, как говорят в кулуарах ООН, с тех пор, как вообще говорят о ЦУР. То есть каждое правительство ежегодно хвастается, что ему удалось выполнить 167 из 169 задач 17 целей устойчивого развития, и в большинстве случаев был достигнут существенный прогресс. Нет, дело не в этом. Надо, чтобы деятельность правительств не сводилась к пропаганде, а была нацелена на преобразование, чтобы эти ЦУР пронизывали всю государственную политику. Можно надеяться, и надеяться, что так будет в Европейском Союзе, что так оно и будет, что деятельность государства, интегрируя все политические задачи, цели устойчивого развития, и принимая важные решения, например, отменяя дотации ископаемых источников энергии, принимая правильные решения, когда речь идет об управлении миграционными потоками, тогда удастся взять на вооружение такую интеграционную политику, которая позволит продвигаться в правильном направлении. Если учитывать роль государств, правительств, то сразу становится понятно, что одним из важных уровней реализации цели устойчивого развития является территориальный уровень. Конечно, есть какие-то пространственные ограничения. Надо четко определить понятие территории в зависимости от стран, регионов, в зависимости от конституции, которая есть в странах, от культурных традиций. Но совершенно очевидно, что именно в масштабах территорий надо конкретно выполнять эти цели устойчивого развития. И именно в этом плане роль государственных органов власти является важнейшей для того, чтобы содействовать реализации ЦУР.
для того, чтобы преодолевать различные блокировки, препятствия. Если, например, систематически проводится политика дотирования ископаемых энергоносителей, то откладывается энергетический переход, то есть переход к возобновляемым источникам энергии. Если применяется такая налоговая политика, которая ограничивает любые формы перераспределения и передачу богатства к наиболее обездоленным слоям населения, то трудно будет решить вопрос о неравенстве в обществе и так далее. В то же время, если действовать в территориальных масштабах, то появляется возможность привлечь к решению поставленных задач не только государственной структуры, но и всех членов гражданского общества, всех участников экономической деятельности, всех политических деятелей, деятелей культуры. Причем все они должны действовать одновременно, чтобы разрешать противоречия, а то и конфликты, которые могут возникать в связи с самыми разными интересами, что создает препятствия для устойчивого развития и способствует сохранению существующего статус-кво и таких форм производства и потребления, которые потенциально являются катастрофой для всей планеты.